Золотой сезон 2014 – это осеннее продолжение ювелирных выставок, которые проводит СОО «Сочинские выставки» в течение года. Для участия было приглашено около 50 ювелирных компаний. Традиционно на выставку привозят эксклюзивные варианты изделий. Это очень сложно, это безумно сложно. Каждый период истории человечества давал свои критерии красоты. В наше время тоже это мода, мы называем, но это критерий красоты. И поэтому в наше время эти, кажется, пустяшные изделия, бижутерия, иногда это творение искусства. А выбор здесь действительно богатый. От золотых изделий с бриллиантами до недорогой, но очень красивой бижутерии. Сочинцы знают, с новинками ювелирной моды можно познакомиться вот на такого рода выставках. Если люди ценят свой род, они должны всегда дарить золотую вещь на какие-то особые события. Точно так же в роду у меня было. Мне дарили золото, и теперь я дарю золото своей дочери, своей внучке, чтобы это было по роду. Родовое приносит величие, приносит богатство, приносит счастье. Ждут на выставке и курортников, которые приехали в разгар бархатного сезона. Теперь им предстоит выбрать украшения, которые будут напоминать об отдыхе в Сочи. Отечественные ювелиры создали оригинальные и очень нежные коллекции золотых и серебряных изделий. Специальная комиссия оценит самые лучшие работы, и ювелиры-победители получат дипломы фестиваля народных мастеров и художников России. А для покупателей ежедневные розыгрыши призов. Выставка будет работать до 28 сентября в Гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.